Расширенное заседание коллегии прокуратуры под председательством прокурора Николая Егорова состоялось в Нарьян-Маре. На заседании был представлен отчет об итогах работы прокуратуры в первом полугодии текущего года и задачах по повышению эффективности прокурорского надзора и обеспечению законности. Особое внимание было обращено на последовательную реализацию правозащитной функции. Прокуратурой округа обеспечивались права социально незащищенных категорий населения – пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. Устранялись нарушения прав граждан на оказание качественной и своевременной медицинской помощи. Как отметил Николай Егоров, по-прежнему многочисленные нарушения законности выявляются в сфере жилищно-коммунального комплекса. Органами власти всех уровней продолжают допускаться нарушения прав граждан при переселении из ветхого и аварийного жилищного фонда. Нерешенной остается проблема при строительстве социально значимых объектов. Причинами этого в том числе является недостаточное строительство в регионе нового жилищного фонда, которое в итоге привело к неисполнению в полном объеме первого этапа окружной программы переселения граждан. В этой связи полагаю, что органам государственной власти округа следует обратить особое внимание на данное направление и повысить эффективность реализации мероприятий государственной программы переселения граждан, ее надлежащее финансирование, в том числе на строительство новых жилых домов, государственную поддержку жителей округа по ипотечному кредитованию на приобретение жилья. А прокуроров требую обеспечить постоянный надзор за исполнением законодательства в данной сфере. Кроме того, не должно без внимания оставаться вопрос о соблюдении застройщиками прав участников долевого строительства. Первый заместитель губернатора округа Михаил Васильев, выступая на заседании коллегии, отметил, что администрация региона продолжит сотрудничество с прокуратурой округа для решения актуальных проблем. Со своей стороны, администрация округа всегда будет оказывать всю посильную помощь прокуратуре в этих работах. У нас с вами еще очень важная грядет пора – это выборов. Естественно, это важно и для нас, и для нас. Поэтому в этом направлении, я думаю, нам придется работать всем правоохранительным органам, администрации, сообща, для того, чтобы было не допущено нарушений законности. В целях эффективного решения задачи укрепления законности и правопорядка, повышенной эффективности прокурорского надзора, на коллегии были приняты конкретные решения. Иван Никонов, Александр Бобрикович, Владислав Носкин, телеканал «Север».